Включаю. Даже советские монеты не так. Включил. Фонят. Так, дорогие друзья, канал «После клада из золота от Виклинга». Я все нормально, знаете, смотрю на... Так, ну что у нас тут? Ждем крутой сенсационный артефакт. Ни в коем случае не переключаемся. Мы ищем сокровища именно ночью. Некоторые спрашивают, почему вы это делаете? Потому что клады лучше всего находить, артефакты сенсационные. Все это лучше делать тогда, когда наши конкуренты спят. Опачки, ребята, смотрите. Советы. А? Советы. Советы, так, аккуратно тебе ждут. Да, совет. А, вот, пожалуйста, 2 копеечки. 54-й. А можешь так развернуть сюда ко мне? Вот, пожалуйста. 2 копеечки. Ага. А другой стороны можешь развернуть? Отлично. Просто песня. Фокусировка. Угу. Ну вот видишь, конец распашки. Это, ну, это да. Дорогие друзья, 2 копейки, алюминиевая бронза. Редчайший артефакт, поэтому давайте лайки, репосты, в прямом эфире показали вам, прям дальше, ни в коем случае не переключаемся, будем сейчас здесь искать, может быть, клад, в общем, все, что будет интересное, покажем, давайте, погнали. Перезвон. Ребят, ну что, выкопали такую ямину, сейчас будем идти дальше, пока мы ничего толкового показывать вам не будем, ничего нет. Ну что, дорогие друзья, сейчас выкопали вот такую сенсацию очередную, огромный артефакт. Средневековая поверхность, заготовочка такая. Ну, короче, в общем... Чем прям... уже велось по нему что-то. Ну да, прям дальше, не переключаемся. Такая очень интересная вещь. Команда в поисках клада и золота от Виклинга. Это реально настоящие сенсации, провокации. Конечно же, поиски сокровищ и сохранение всех этих бесценнейших артефактов. Поэтому давайте не переключаемся, прям дальше. Будет реально очень интересно. Так, ну что, дорогие друзья. Очередной сигнал... Я называю его сигнал на зависть всем, потому что что-то может... Может, прибор даже больше не фонил мой? Не мешает, нет? Вроде бы как не. Сзади пруты, осторожно. Ага. Ну что, смотрим. Так, пинпоинтер в деле, аккуратненько, не спеша. Вот так, ребят, смотрите, чтобы, если это монета, чтобы ее не повредить. Сегодня все монеты, которые мы выкопали, ни одного касания лопаты, чтобы вы поняли. Это реальный профессионализм. Что-то небольшое. Вот, что там ты так ударил, прям так. Как может быть золотое какое-то звено от цепуры. Знаешь, у меня настроение есть, чтобы, знаешь, сегодня динариев покопать, если честно. А, вот тебе динарии. Так, ребят, это какой-то аккуратно, я понял. Ну давайте, смотрите, не переключаемся, прям дальше. Приключение реально только начинается. Канал поиска клада и золота от Виклинга. Давайте, прям дальше. Так, ну что, дорогие друзья, очередной сейчас, сигнал. Да, ну что, пинпоинтер сразу обнаруживает сигнал четкий, команда в поисках клада и золота от Виклинга сейчас сделает очередную сенсацию в прямом эфире, что это, смотрим, копаем, как вы знаете, по ночам, ночные поисковые экспедиции. Это реально вызов. Вызов всем тем неудачникам, которые только и могут нас критиковать. Это мелкая, да? Ты что там? В корнях что-то? В корнях. Или что-то выпало. В общем, ребят, смотрите, это вот настоящий, реально, смотрите. А что там, ты там что-то в курсе, нет? Сразу. Не послышалось? А может, ветка была. Вот смотрите, это вот, что такое ночные поиски? Это настоящее приключение, это поиски сокровищ, это инопланетяне, это мистика, это животные. Сегодня мы видели волка, сегодня мы видели лис, сегодня мы видели коз, диких кабанов. Сейчас тут даже, так, ну что у нас там? Да, что-то есть. Ну что, смотрим, ни в коем случае не переключаемся. Что же это за артефакт? Уже самому, знаете, реально стало интересно посмотреть на эту находку, которая, может быть, тысячелетиями пролежала. Кстати, если вы в первый раз зашли на канал, пожалуйста, посмотрите 1200 других видео. Так, есть. Ага.
Вот он, артефакт. Ну а что ты поделаешь? Ничего не поделаешь. Прием дальше. Вот артефакт. Не переключаемся. Приключения только начинаются. Так, ну что, сейчас выкопали очередной артефакт. Это уже второй за сегодня. Он, смотри, тоже полный, да? Не знаю. Ну я вот вижу. А капсуль покажи, целый? Да. Да, капсуль тоже целый. Даже не стреляный. Угу, это уже второй за сегодня. Ну что, вот такая вот новая сенсационная находка. Положи, чтобы я было видно. Канал Пускоклада и золота от Викинга. Реально крутые сенсации. С рукой все равно. Ну да. Угу, огромный. Ну что, давайте подписываемся. Это реально... А, пустой, да? Реальные приключения, реальные поиски сокровищ. Канал Пускоклада и золота от Викинга. Большая просьба, поставьте лайк, прокомментируйте, сделайте репост, разместите у себя в рекомендованных видео. Ребят, прием, как вы видите, сохраняем все эти артефакты для истории. Давайте, ни в коем случае не переключаемся. Приключения только начинаются. Супер крутой ночной коп. Давайте, погнали дальше, смотрим. Так, ну что, дорогие друзья, смотрите, нашли очередной артефакт, целый. Угу. Но это не я. Да покажи просто. Угу. Вот такие идут находки. Копаем. Просто сенсационные поиски ночные. Канал Пускоклада и золота от Викинга. Прем дальше, не переключаемся. Все, что выкапываем, все показываем. Поэтому сокровища, артефакты, все, что будем находить, все будем вам дальше показывать. Давайте. Класс. Просто супер крутой артефакт. Так, ну что, смотрим, что за артефакт. Очень интересно. Очередная находка. Пин просто разрывается.